Euromusic Entertainment и группа компании Prince представляют. Москва, 12 декабря, 18:00. Государственный Кремлевский дворец. Главный и долгожданный концерт года. Новогоднее Таши шоу с участием самых ярких звезд эстрады, кино и юмора. Ашот Газарян, Левон Арутюнян, Нерси Кисперян, Араме, Сильва Акопян, Арам Артиросян, Сона, Айкос Питакци, Зара Бабаян, Арсен Сафарян, Зироян, Андроник Арутюнян, Эрик Карапетян, Саркис Егеазарян, Елена Варданян, Саро Геворкян, Наира Диланян, Амлет Геворкян, Роза Филберг, Саркис Аветисян и Мариан, Гурген Дабаган, Лилит Карапетян, Агас Манукян, Татева Сатрян, Хакоп Акопян и Армен Хованисян, Вартан Саркисян, Григорий Есаян, Арсен Шахунц, Эдгар, Елена Воробей, Евгений Петросян, Карен Аванесян, Сосо Павляшвили, Маргарита Позоян и другие. Ведущие вечера: Армен Петросян, Елена Асатрян, Араме, Анна Гашкова, Георгий Кот, Луиза Нерсисян, Альвина Амирян, Рафаэль Геранусян, Бонч, Мгер Армения и Арусик Тигранян. Спешите на единственное и незабываемое яркое новогоднее шоу года. Вход в вечерних туалетах, ведется телевизионная съемка. Билеты по телефону плюс 7 495 517 50 57, на сайте концерт.ру или в кассах Кремля. Спонсоры шоу: торгово-развлекательный центр Prime Plaza, гостиница Принц Парк Отель, банкетный зал Prime Hall, торговая сеть Армянский дом, Желато Аморе и Академия красоты Георгия Кота. Информационные партнеры: телеканал Music Box Gold, Song TV и радиостанция Восток FM.